Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Именно так великий поэт Расул Гамзатов говорил о своем любимом крае, о Дагестане. Давайте встречать. Сейчас здесь появится представительница Дагестана. Страна гор Дагестан. Тут около 30 вершин высотой более 4000 метров. Жители республики народ веселый, азартный и спортивный. Дагестанцы – мастера на все руки. Они изготавливают бурки из овечьей шерсти, керамическую глиняную посуду и ахтынские ковры. Нет дагестанца, который бы не любил горячий хлеб, изготовленный в тандырной печи. А главное праздничное блюдо здесь – долма. Участница из Дагестана Мисти обещала поделиться фирменным рецептом долмы и, конечно, покорить жюри своим вокалом. В конкурсах не участвовала, тем более такого масштаба. И очень интересно попробовать себя в этом деле. Я надеюсь, что у меня все получится. Забери солнце с собою, оно мне не нужно, веришь? Оно меня больше не любит, оно меня больше не бегает. Забери солнце с собою, оно мне не нужно, веришь? Оно меня больше не любит, оно меня больше не бегает. Без светофора через перекресток, так далеко и кажется так просто перешагнуть, снова в тебе утонуть. Полный вагон людей, а я пустая, жму кулаки сильнее и повторяю, что ты стоишь, ведь ты все равно улетишь. Забери солнце с собой. Очаровательная Мисти, представительница Дагестана, здесь у нас, на «Новой звезде». Давайте поддержим ее своими аплодисментами. Мы все тебя любим. Ты здесь, на «Новой звезде», и это уже, конечно, победа. Ну, как ты считаешь, почему сегодня немножко вот не получилось у тебя так, как хотела? Видимо, я все-таки переволновалась. Я, во-первых, очень волновалась за своих друзей, которые уже покинули наше шоу. И все вместе наложилось. Видимо, я не справилась, извините. И в результате все члены нашего жюри сказали тебе «нет». Давай узнаем, почему первый выключил свою звезду, по-моему, Вадим. Да. Почему? Ну, я всегда смотрю в общем, как говорится, плане в начале. Как движется человек, как он переносит голосом эмоции, которые, в принципе, музыка должна поддерживать ее эмоции. Эмоций не было. Может быть, в самом деле она переволновалась и как бы не могла собраться.
Вот. Максим Исакович, почему вы сказали нет и почему вы решили выключить свою звезду? Я услышал абсолютный стандарт такой во всем стандарт. И в выборе песни, и в манере исполнения, голосе. Может быть, Марина владеет чем-то другим, но сегодня это было неясно абсолютно. Этим забит весь наш эфир, к сожалению. Но это было очень неважно, вот и все. Зара. Я считаю, что Мариночка выбрала не ту песню. Когда я увидела эту песню, я подумала, что, наверное, у Марины такой же низкий голос бархатный, как у Елены Терлеевой, это первоисполнительница. Но этого нет. У вас красивая, гибкая меццо-сопрано. Вы очень красивая. Вы представляете потрясающий край, да, Республику Дагестан. Я считаю, что в вашем репертуаре должны быть мелодичные песни, которые подчеркнут вашу красоту, вашу изысканность, утонченность, нежность. Эта песня вас не раскрыла. Просто не раскрыла, и мы в этом все солидарны. Поэтому я очень надеюсь вас увидеть на большой сцене с другими песнями. Спасибо большое. Дорогая, мы все тебя поддерживаем, мы в тебя верим. Пожалуйста. Ты молодец, правда. Мы все за тебя. Все получится. Не бросай, дерзай, хорошо? Спасибо. Это была прекрасная Мисти из Дагестана. Когда смотришь все это со стороны, это кажется намного легче, когда тебе выключают лампочки. Но когда ты стоишь на сцене, это совсем другие ощущения, с которыми очень тяжело бороться. Понимаете? Причем, когда гаснут все подряд, и все это за 3 секунды, понимаете, это все очень сложно. Далекую, прекрасную горную страну Дагестан сменяет